Сегодня выбираем... Ой, доброе утро. Сегодня выбираем кофе какой засыпать в следующий раз в машинку, потому что у нас он уже почти закончился. Вот есть такие у нас кофеечки. Это нам привезли. Орбис. Я такой не пробовала, кстати. Тут вообще написано Непал. Непал, Маунт Эверест. У нас еще одна пачка была. Это Дубай опять, да? Да. И вот эти. А вот это откуда? Тоже Дубай. Это не помню, что такое. Дубай, здесь где-то наклейка была. Вот она, иероглифная. Пятерочка, да? А вот, кстати, крепости, по-моему, на нем и не указаны, мне кажется. Я прям уверен, что у нас еще пачка кофе должна быть. Да не было, серьезно. Прозрачный, просто пленка. Смотри, а тут на русском. А наклейка на... арабском. А как так? Магазин. Что магазин? В Дубае на русском? Ну да, почему нет? Или он просто поставляется сразу с разными этими переводами? Упаковка на русском. А, вот, интенсивность. Да, вот, с одной стороны на упаковке по-русски написано «Кофе жареный в зернах», а сверху наклейка с этими... с иероглифами, ладно. Прикольно. Интенсивность полная. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, шесть, наверное. Кислотность, видимо, 0, я надеюсь. И обжарка тоже 6. Видимо, так. Это классический, да? Ну, наверное. Тихо, Маня, ну ты же видишь. Сказал, поберегись. И что, я должен испариться? Нет, на секундочку, я быстро. Да уж, неплохо было бы после «поберегись» проверить, человек поберегся или нет. Я поберегись, стоит. И чего? Вот, у нас тут почти закончилось, там осталось чуть-чуть. Ой, зернышко. Давай чибо попробуем. Мне кажется, это 5 попсов. Ну, Сицилия стайл. Не, ну давай. Ну или давай вот из этих, из орбисов кого-нибудь выберем. Мила! Зеленый Непал Эверест этот. Или классический эспрессо. Да. Это ж не прочитаешь нигде. Да, а? Да, это лаваца, которая сейчас была. Или мы уже открытую досыпем? Не-не, давай. Да? Так, наша бабушкина это сопливка, наливка или как она там? Опять убегает. О, типа выращена на самой высокой плантации в мире? Надо же. Ой. Ну, а будешь кофе из самой высокой плантации в мире? Эверест, Непал. Давай. Орбис. А вот это где выращено? На самой низкой плантации в мире. А это вообще Индонезия, Кения, Индия. Смешанные. Давай. Для идеального эспрессо. Непал. Забацаем. Ой, а пахнет вкусно, да. Прям Непалом. Немного. Написано, да? Что... Ну да, вдруг не понравится. А вот этот написано, что его нужно пить по чуть-чуть. Шотики по 30 миллилитров. Для оптимального вкуса. Ну, мы же так не что будем... это, скорее всего, твоя тема. Да, мы же не будем заливать. Я-то как с молоком пью. Капучино, да, это все превращаешь. Чуть-чуть. Угу. Попробуем. Ой, запах прикольный. Ну, там хочется? Нет, еще. Там еще есть в кофемолке. Чуть-чуть осталось. Ну да, поэтому сейчас через пару чашек. Да. Ну попробуем. Если понравится, надо будет досыпать и все. Ой, блин, тут по-русски написано. Тоже? Я на английском пыталась читать, а тут по-русски написано. О, господи. Все, давай. Путь из пятерочки. Я слепая. Я просто хочу на балкон выйти, потому что ты не разрешаешь мне шуметь. Да, я не разрешаю. Это мой носок. Отдай мой носок. Спряталась, смотри, спряталась. Убиваю.
давать облизывать. Да, правильно, я не до этого. Смысл? Угу. Я не до этого. Приятного аппетита, Милкевич. Вообще, ва. У меня сегодня есть вдохновение, поэтому сегодня мы будем готовить харчо. Я буду готовить харчо. Сейчас размораживаю кусочек говядины. Харчо у меня будет из говядины. Так, целый мне не нужен. Сейчас я его, наверное, разрежу на лопопам примерно. Может быть, даже чуть поменьше. У меня кастрюлька-то буквально на 3 литра, не больше. Такая маленькая. Так, отрезала кусочек. Сейчас набираю 2,5 литра воды. Даже меньше получится, да? Поставлю варить бульон, а потом буду делать зажарочку. Я, как обычно, буду делать это в мультиварке. Так, на режиме суп, я думаю. А, лавровый лист забыла. Сейчас лаврушечку надо. Лаврушечку немножко. Вот один листик сейчас тяпну туда. И, ну, открывайся, родной. Все, давай. Так, все, мне так удобнее. Поэтому я делаю в мультяшке. Все, сейчас у меня пока бульон варится, а я подготовлю все к зажарке. Почищу, порежу, и можно будет уже зажарочку делать. Кушать суп мы все равно, скорее всего, будем уже завтра. Он как раз к этому времени настоится. Спрашивали, кстати, в комментариях, ничего ли не будет плите вот такой керамической, из-за того, что на ней стоит мультиварка. Ну нет, ничего не будет. У нее же ножки у мультиварки прорезиненные или просиликоненные. Там, короче, они мягкие, они ничего не царапают. Вот. Так что все нормально. Это у меня такая типа рабочая поверхность лишняя. Забыла сказать, что я еще туда клала лук и морковку. Кончился мой ежедневник, который я покупала в прошлом году. Да, который я вела. Но я вела его в основном для списка дел, чтобы не забывать что-то делать. Там записалась к врачу, еще что-то. Машу записала там, когда какие занятия, в общем, все прочее. Вот. Но год подошел к концу, ежедневник закончился. Второй раз я уже покупать ежедневник не буду, потому что я для себя открыла более удобное приложение на телефоне. Все-таки телефон всегда с собой. И теперь я весь список дел, который у меня есть, веду именно на телефоне. Вот. Так что, да, оставлю его как блокнот, там он не весь исписан, есть абсолютно вообще чистые листы. Да, буду использовать его теперь просто как бумажку. Какой я тут три разных взял. Ага. Какой тебе нужен? Я сейчас предложу. Кубань, по-моему, да, Кубань? Да, Кубань. Кубань, браво. Кубань. Угу, спасибо. Для какого пачку взял еще какого-то янтарного. Угу, янтарь. И янтарь, да. Так, парчешку будем есть завтра, да? Ну, скорее всего, да, она стоит как раз. Варку пришлось переставить на стол, включить ее. И, в общем, сейчас суп буду доваривать здесь. Уже убрала из него мясо. Сейчас запузырила туда рис. Вот, так что, пока варится рис, я делаю обжарочку. Да, местечко молоко. Кому нужен рецепт, то посмотрите у мамы на канале, и я оставлю ссылочку под этим видео на рецепт ее харчо. Вот, мне очень нравится, вот, я по нему готовлю, вот, очень вкусно получается. Вот, ну или наберите в поиске саранча харчо, и все, и вам выдастся рецепт мамин.
Единственным отличием от маминого рецепта является, наверное, то, что я мясо всегда режу такими полосочками, стараюсь резать. Вот, потому что, ну, не знаю, мне просто так вот нравится, как это мясо потом в тарелке выглядит. Все, харчошечка готов. Шикарно, теперь пусть настаивается. Будем кушать, наверное, завтра. Ну, или если не выдержим, то сегодня. Бродненький уже не похож на трехмесячного. Сколько месяцев исполнить? Почти 3, 15 декабря будет 3 месяца. Ой, 3 месяца, января. Да? Января. Угу. Ест Пет хорошо? Да. Не расчесывает? Нет. Молочек, иди сюда. Так, укол в пол. Молочек, терпение. Ну, кто это мой сладкий сейчас? Все, никто тебя не... Молодец. Акцию захватит. Дайте я захвачу за шкирку. Держите. Захвачу. Захватывайте. Сердце как у зайца стучит, ну. Все. Все, ну кого? Да, да, отпускаем, отпускаем. Вот какие злые врачи. Злые врачи. Щипница, что ли, она, да? Злые врачи. Нет, просто болезнь у них. А, все. Тихо. Пройдет сейчас, да? Пройдет, конечно. 2-3 минуты. Оставьте собачку в покое. Обидели. Так что хотел сказать, не мыть минимум 20 дней. Понятно. То есть не хорошо. Купать в целом. Не купать, да. А так половой орган можете пообработать. Милёк. Это можно я выброшу? Да мы выбросим, оставьте. Давайте, чтобы не прокололись. Милка. В конце февраля, в начале марта обработать от клещей. Угу. Понятно. До свидания. Хорошо. Не болейте. Все, да, сейчас пройдет. Я вас запомню. Как в прошлый раз 1.5-2 часа может быть в полусонном виде. Ага, понятно. Хоть у нас тут стоит и приготовленный харчо, можно есть. Мы все равно заказали еду. Правда, уже схомячили. Ну, что сказать, любим мы это дело. Все, теперь... А, да, еще тут все подготовили под вок, потому что сегодня ближе уже к вечеру, ближе, наверное, к ночи будем делать вок. Так, лук, чеснок, болгарский перчик, морковка. Так что, да, а это у нас... Ну, не знаю, просто захотелось, и все. Ребенок отрубился и спит после прививки. Тяжелая прививка такая была. Больная, точнее. Щипучая очень. Все. Собаку выключила. Она поела после прививки, все. Что пролил? Да что пролил? Куда пролил? Где-то? Куда плита? Какая-то тупка какая-то. Господи, чуть не лопнуло сейчас. Что-то у нас какой-то эпизод тупки случился. Он говорит, что за, говорит, за контейнеры оставила на столе? Какие контейнеры? Ну вот контейнеры, из-под еды какие контейнеры? Я вообще не... Я говорю, какие контейнеры? Коробки, говорит. Я говорю, понятно, коробки, а контейнеры какие? Короче, да, это надо было видеть. Так, телефон. Что тебе еще, чарджер, да? И Simple Dimple. А, все. Царица мыться изволит. Принесите все. На. Вот сейчас из этой вещи принесите. На, царица. Мне наушники не нужны. Блин, бери тогда, что тебе нужно. Мне сейчас же нужен телефон, нужен. Simple Dimple. Отдай. Эту, как ее, колонку включай. Колонку. Я наушники твои забираю. Да? Да. Митрина! Да. Пипец. Все, под вечер мы начинаем дико тупить. Ужас. Начали смотреть «Гарри Поттер и узник Азкабана», но в этот раз почему-то у нас не идет «Гарри Поттер» целиком. Запоем, знаете, так. У нас идет где-то полсерии, потом большой перерыв. И, например, на следующий день еще полсерии. Вот так вот он идет в этот раз лучше. Но все равно хочется прям посмотреть. Мы тут пару дней с ужасом наблюдали над тем, за тем, точнее, что происходит в Казахстане. Я не знаю, что происходит. Мы смотрели, не могли понять, думали, что такое, чего там, кого там что не устраивает. В итоге связались со знакомыми, которые там живут. Знакомые тоже говорят, мы сами не поймем, что происходит. Так что
Все, конечно, очень странно. Не знаю, такое ощущение, что кто-то опять пытается что-то раскачать где-то. Но надеюсь, что раскачать все-таки не удастся. Хотя, не знаю, не знаю. Не знаю. Главное, чтобы никто не пострадал. Вот. Сидим тут с Мельком. Моя девочка, моя сладкая. Да. Малышечка моя. Все, сегодня продырявили ей холку, да. И ветеринар сказал, что 7 дней нужно будет типа карантина устроить, ну, то есть дома быть. Никуда еще пока выезжать нельзя, чтобы прививка прижилась, выработались там антитела, вот это вот все. И только после этого можно будет уже куда-то нам ехать. Да? Поедем знакомиться с тетушкой Женей. Поедем с тетушкой Женей знакомиться. А, Милка? С тетушкой Женей будем знакомиться? Тетушка Женя, да. Тетушка Евгения. Возьмет тебя под свое крыло, наверное. Я надеюсь, что она ее научит уму-разуму в том числе. Передаст ей опыт свой умудренный. Да? Тетушка Женя тебя ждет. Угу. Как папа мой сказал, что Женя вообще не любит пищевых конкурентов. Но ничего, будем их кормить раздельно. Я думаю, Мила тоже не особо любит пищевых конкурентов. Да, Мил? Сижу сейчас, монтирую, вы не представляете, чем я вчера занималась. У меня вчера под вечер, ну как под вечер, легли спать, и у меня начала болеть голова. Причем она начала раскалываться так сильно, что, в общем, пришлось выпить таблетку. Я подождала, наверное, минут 15, она у меня не успокаивалась. Думаю, ладно, что я как буду мучиться, тем более пока лежишь, тяжело, в затылке болит. Я знаю, что затылок это давление, но давления не было. Вот. И я решила, думаю, пойду на кухню, посижу там, может быть, чаю выпью, еще что-то. Это было, по-моему, 3:30 утра. Короче, пришла на кухню, села, думаю, просто так сидеть как-то странно, так я что-нибудь посмотрю. Запустила YouTube. На улице у нас снег, думаю, что мне хочется больше всего сейчас? И думаю, мне сейчас хочется больше всего лета. Лето, там, не знаю, пальмы, что-нибудь такое. Я открываю YouTube, и первое видео, которое мне попадается перед глазами, это видео Людмилы Флориды Ялта. Я знаю, что многие ее не любят. Но меня тоже многие не любят, так что это ни о чем не говорит. Вот, я думаю, дай-ка я посмотрю. Очень позитивная, кстати, женщина. Не реклама, если что. Вот. И я запускаю, и мне попадается какое-то видео, я название точно не скажу, но она там останавливается на своем автомобиле и начинает, значит, что-то готовить, открывает багажник, у нее там, значит, пальмы, все так красиво, все так тепло, все так классно. Вот. И, боже мой, насколько же я зависла на этом видео, когда она готовила вот грибы с луком, с рисом. Как же это все было аппетитно, все это так шкварчит. Господи, думаю, блин, у меня аж слюни в 3:30 утра потекли. Думаю, как я хочу есть. Я готова была в 3:30 утра начать жарить лук, грибы, варить рис, чтобы просто тоже поесть. В общем, мне пришлось схомячить банан и лечь спать. Это было просто невозможно смотреть. Так что да, никогда не смотрите YouTube на ночь, особенно такие ролики, где кто-нибудь что-нибудь ест. А еще вчера, после моей такой вот тирады про зашоренность и про традиционность и что там еще, про рельсы, я посмотрела комментарии и поняла, что очень многие почему-то не так меня поняли. Либо я неправильно объяснила, либо действительно не так меня поняли, но так как есть те, кто поняли меня правильно, и их тоже немало, ну, в общем, неважно. Еще раз говорю, и последнее. Я не против тех, кто встречает праздники разные там традиционно. Я не против тех, кто встречает Новый год, например, в платьях и каблуках при полном столе с там, я не знаю, с кучей гостей или что там еще, да, все, что считается традиционным. Я против тех, кто осуждает тех, кто встречает Новый год не так, либо как-то по-другому, не суть важно. Я именно их
вот этих людей, которые считают, что все должны все делать одинаково, считаю зашоренными. Я не считаю зашоренными тех, кто встречает традиционно. Ради бога. Я как раз-таки выступаю, говорю и говорю за то, чтобы что каждый человек может встречать так, как ему комфортно. И это не должно быть предметом осуждения какого-то. Вот что я имела в виду. Зашоренные люди — это те, кто осуждает других за нестандартный подход к чему-либо. То есть, которые не допускают у себя в мыслях, что все может быть по-другому, и если оно по-другому, то это не значит, что оно плохо. Это значит, что оно просто по-другому. Если человек не понимает, как так может быть или зачем так делают, это не значит, что это плохо. Вот я про что говорю. Я надеюсь, теперь это более понятно звучит. Вот, и на этом у нас больше разногласий, я думаю, возникать не будет. Don't even try staying at home.